посмотрим. Нашел я интересный тазик здесь. Пушечное колесо подкачать, будет как новое бігать. Поліція Полтавської області, лейтенант Дьона. Причина зупинки. По-перше, не виконали вимогу знаку 341 стоп-контроль. По-друге, здійснили об'їзд ближче 50 метрів до пішохідного переходу. Скажіть, будь ласка, ви колись поспішаєте? Так. Куди поспішаєте? Заявлення на вас написати. Ще раз, будь ласка, я вас не чую. Заявлення на вас написати. Не чую все равно. Ви якщо можете вийти, будь ласка, бо тут шум я не чую. Я можу від'їхати в тихе місце, хочете? Ні, ви просто або громче кажіть, або вийдіть, будь ласка. Ні, я не хочу виходити. Добре. Объясните вашу позицию. Так я же объяснил только что. Еще раз, будь ласка, повторите. Я не спешу написать на вас заявление. На нас заявление писать? Да. Конкретно на мене? Хотите конкретно на вас? Нет, я же задаю питання. Вы кажете заяву написать. Ну и покажете удостоверение конкретно на вас. Я же вам показал удостоверение. Вот мое посвідчення. Бачите, сразу вам его показал. Хорошо, Владимир Юрьевич, выполняйте работу свою. Добре, давайте я гляну ваши документы. Только вы же понимаете, что есть швидкісний режим, який потрібно дотримувати. Что я нарушил? Я ж вам повідомив, 341 знак стоп-контроль, друге, ви здійснили об'їзд ближче 50 метрів до пішохідного переходу. Я зробив верхоб'їзд. Там суцільна лінія 1-1, яка забороняє вам. В яких випадках дозволяє? Перетинати, якщо автомобіль рухається менше 40 км. Отлично, я виконав пункт правил. У вас є інші сведения? Так, якщо є пункт правил 14. Хорошо. Правил дорожнього руху. Зараз я извиняюсь. 14-6. Там знака цього не було. Обгона? А там знаки не потрібні. Ладно, несите видеофиксацию, посмотрим, я вам все покажу, я поеду писать заявление на вас. Давайте, не тратить время. Сейчас, секунду. Приготовьте, будь ласка, посвящение водителя, свидетельство про регистрацию, чтобы я ознакомился. После того, как вы покажете мне все. Алло? Да. Добрый день, Александр. Мне звонил Саша, просил найти вам нотариуса. А давайте я перезвоню сейчас, хорошо? Да, да, да. Спасибо. Хорошо. Километр, вы про этот знак стоп говорите? Так. Так он не установлен с нарушениями, я могу на него не останавливаться. Чего вы так вот себя? Ну потому что это временные знаки, нету никакого знака перед этим, который меня знаки на желтом фоне. Отлично, их нету. Это раз. Во-вторых, высота не соответствует, это два. Я на эти знаки могу не останавливаться. Априори. Технические возможности нема вам показывать. Слушайте, да у вас никогда нет технических возможностей. Если вы говорите про знак стоп на посту, который проехал, так я на нем не останавливаюсь никогда, потому что он висит там незаконно, с нарушениями. Когда поставить его нормально по всем ГОСТам, возможно, я тогда буду останавливаться. Разумею, как бы я его ставил, разумеется. Слушайте, если бы, ну не вы его ставили, правильно, я исполняю то, что нормально, надлежащим способом установлено. Если оно установлено плохо и не по закону, я на это не реагирую. Может, вы завтра напишите, нарисуете там знак оленя возле своего поста. Я на него тоже не буду останавливаться. Все хотя знаки буду должны знать. Быть изъяны до СТУ 42. Отлично, эти знаки не соответствуют, следовательно, наказать за это вы меня не можете. Вы за эти меня преследовали, что ли? По-перше, вы не зупинились, по-друге... Так я вам объяснил, почему я не... Ну, я почув ваше трактування. По поводу знака, стоп, вы не согласны со мной? Я не могу це стверджувати, тому що потрібно відкрити ДСТУ і я знаю ДСТУ. З вашими так словами. Ви работаєте на этом посту? Ні.
Вы на этом посту патрулируете? Нет. В смысле, вы же оттуда меня, вы же оттуда ехали за ним? Назначаю, что я несу там службу. Прежде чем вы реагируете на нарушение подобного рода, ознакомьтесь с ДСТО, выучите его, как я это сделал. ДСТО. Так я это сделал, не поленился. И вы сделаете, не поленитесь. И тогда вы будете знать, что за этот знак стоп, который там стоит, на него не то, что не надо останавливаться, его вообще убрать надо по закону. Вы на це едете заявление писать? Нет, на вас я еду за беспричинную остановку. Если это все, что вы гнались, то хотели мне сообщить, так извините, я это знаю давно, вам пора это знать тоже. Этот знак стоп стоит там незаконно, его надо убрать вообще. Он разбил там всю дорогу. На него никто вообще не должен останавливаться, а вы еще умудряетесь за это меня преследовать. Инспектор, у меня нет времени, я поеду. Я понял, что вы вообще ни о чем, ничего не знаете. Идите знак лучше, я переставьте. Пойду. Какая вам разница, как меня зовут? Я же спокоюсь с вами, вы гражданин Украины, чтобы я знал, с кем я спокоюсь. Выучите ДСТУ, тогда обязательно вам скажу, как меня зовут. На следующий раз приеду, проверю. Идет? А счастливо. Вы контролируете орган? Да. Залишайтесь. Да, 300 лет ты мне нужен, залишайтесь.